В Белгороде прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту. В состязаниях по трем дисциплинам – подъем по штурмовой лестнице, полоса препятствий и пожарная эстафета – приняли участие 45 команд, по 5 представителей от каждой пожарной части области. Подробности в нашем сюжете. Забраться по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа – это не только первое по счету испытание для пожарного, но и самое важное. Ведь именно такие лестницы используют в реальной жизни для спасения людей. Там, куда техника проехать не может. Здесь счет идет на секунды. 47-22. Это мои первые соревнования. Волновался, мог бы получше, конечно, пробежать. Ну и так хорошо. Скорость, ловкость и аккуратность – вот три составляющие успеха хорошего спасателя. Все новички проходят первоклассную подготовку, но опыт решает многое. Сергей Выровский работает в этой сфере более 10 лет, гордится своей профессией и не отказался от участия в соревнованиях, даже находясь в официальном отпуске. Мой лучший результат – 26 секунд. Пока 26 секунд. А там будем стараться тоже наращивать темп, еще работать, служить нам очень долго. Будем пытаться. Совершенствуются пожарные не только на подобных соревнованиях. Физическая подготовка входит в обязательный перечень их обязанностей на службе. Антон Гиль в этом испытании оказался одним из самых быстрых. 19,5 секунд. Говорит, такого результата достиг благодаря усердным тренировкам. Есть график занятий, согласно которого протекают наши сутки. Все расписано по часам. То есть мы не сидим там, мы пишем, ведем занятия. Теоретические, практические вот такие. Всего в соревнованиях приняли участие 45 команд, по 5 представителей от каждой пожарной части города и области. Самая главная цель – это посмотреть физическое состояние нашего личного состава, кто на что способен. Естественно, мы будем потом делать выводы, где-то, может, кому-то надо подтянуться, и мы на это укажем. Свою физическую подготовку участники соревнований проверили в трех дисциплинах. Помимо штурмовой лестницы, их еще ожидала 100-метровая полоса препятствий и пожарная эстафета. По итогам всех испытаний первое общекомандное место среди пожарных частей численностью до 20 сотрудников заняла пожарная часть номер 29 поселка Октябрьский. В номинации более 20 сотрудников победа досталась пожарной части номер 1 Белгорода. Первое место среди противопожарной службы области заняла команда пожарной части номер 58 села Матрена Гезова. Анастасия Милославская, Александр Подубный. К этому часу Белгород.